Парни, привет, не спрашивайте зачем, но мне нужно было зайти вот в эту контору. Находятся они ближе всего к коммунарке Скобелевская 22. А понадобилось мне вот это дело подключить. Еще раз говорю, не спрашивайте зачем нужно. Приехал сюда, очереди никакой нету. Люди интересуются, как поставить номер на паузу, то есть городской, не оплачивать абонентскую плату. Но вопросов о подключении полностью не стоит. Кому интересно, отключение, это сохранение номера МГТС 214 рублей стоит в месяц. Ну, это, если я не ошибаюсь, это так же, как просто повременный тариф у МГТС, когда ты просто платишь 214 рублей, а каждая минута уже у тебя стоит определенные рубли, копейки и так далее. Изначально подключаешь тариф все для своих, если я ничего не путаю, 300 рублей стоит абонентская плата. Постоплата, соответственно, счет приходит в конце месяца. На мыло скидывают. И такой момент, значит, 500 минут, 500 смс, это все на любые номера России, мобильные, городские, соответственно, смс также, и 8 гигабайт трафика. Также по услугам здесь хочу отметить следующее. Большой плюс может быть тех, кто пользуется данной связью. Я не знаю, на самом деле, сколько мобильных абонентов у этого оператора, конечно. Может быть, большим плюсом в теории здесь доступно VoLTE и Wi-Fi. То есть, Wi-Fi – это звонки с сим-карты, но через сеть Wi-Fi. Если у тебя покрытие хреновое или его нет совсем, но у тебя есть дома домашний интернет, Wi-Fi подключился, звонишь и так дальше. Ну, а VoLTE, вы знаете, почему я сказал в теории, потому что у меня есть одна сим-карта МГТС, но она, к сожалению, не поднимает Wi-Fi. Смотрите, значит, подключение бесплатно, ничего не платишь. Мне для тестов, ну, как бы не особо нужно. Но можно потестировать. Получается, у нас 10 рублей в день здесь будет насчитываться. Поэтому чем быстрее я сниму тест, тем на меньше деньги попаду. Объясняю почему. Есть тариф Smart Free у МГТС без абонентской платы. Звонки на МГТС мобильные городские, звонки на МТС домашнего региона по рублю. На остальные мобильные и остальные городские, которые не МГТС, а это могут быть и Ростелеком и так дальше. Достаточно много других провайдеров с городскими номерами телефонов, те же СИПы и тому подобное. Хотя, конечно, сеть не такая обширная, как МГТС, это понятно, домашних телефонов городских. Также по 2,50 будут на другие городские, не МГТС. Тариф без абонентской платы, СМС также в розницу. Ну, по своему наполнению, достаточно неплохо. Может быть, для тех, кто мало говорит, или тех, кто звонит на МТС, МГТС, по рублю. Ведь у МТС, у самого тарифа по рублю нету. Какие-то дополнительные услуги и так далее, и так далее. Достаточно нишевый вариант. Почему? Потому что рекламы нет, никто об этом как бы особо не знает. МГТС, может быть, названивает своим клиентам домашнего телефона, предлагает мобильную связь. У кого есть МГТС, могут пользоваться комплексными тарифами. На сайте МГТС есть неплохие предложения.
плюс-минус 1000 рублей, и там ты получаешь джипон классный, несколько сим-карт, там 3 или 4 сим-карты, и там что-то там дофига минут, тот же безлимитный мобильный. Такие раньше предложения точно были, может быть, сейчас они там что-то подкорректировали. Но неплохое предложение, если у тебя провайдер домашний МГТС, и тебя как бы по параметрам устраивает их мобильная связь, именно на этих таких комплексных тарифах, почему бы нет? Ну и такой тариф имеет место быть, потому что сейчас сходу, если вы захотите подключить тариф без абонентской платы, вопрос, кто сейчас из молодых людей чуть постарше хочет подключить тариф без пакета минут, трафика особо и так далее. Но, может быть, как вторая, третья сим-карта, как номер, который как бы особо не важен, можно там куда-то позвонить. Хотя бы для объявлений всяких использовал бы те же временные номера, дополнительные мегафоны, которые ты можешь заказать в Теле 2. Даже можно оформить в этом MTS Connect, второй мобильный дополнительный. Такой номер я бы, наверное, не стал светить нигде, потому что временный ты можешь отключить прям моментально в приложении, дополнительный временный. У тех операторов, которых я сказал, этот номер, чтобы закрыть, придется топать, скорее всего, в офис МГТС. Поинтересовался, когда же мне в коммунарку смогут, так сказать, джупон завести ко мне домой. Технической возможности нет. И в планах компании нет. Это печально. Не то, чтобы Экотелеком меня не устраивал, а печально о том, что сговор УК, управляющей компании, с монополистом, таким как АЦБТ. Я не знаю, каким боком Экотелеком вообще в доме появился. Может, Экотелеком это просто какое-то дочернее предприятие, организация АЦБТ. Поэтому он в доме есть. Ну вот такие, как гиганты Ростелеком, может и нафиг нам не нужно, просто на предыдущем месте жительства моего был онлайн, в том доме полностью онлайн поставил новую сеть, там всегда работало круто. Кто помнит, в Москве была зима, когда все полностью автомобили, провода покрылись словно в карамели, это все было во льду. Все было прозрачно, то есть провод, ты видел провод внутри льда и лед полностью во всю длину этих проводов. Да, у провайдеров пообрывались, пообламывались эти все провода, интернета не было. А онлайн единственный в моем доме на тот момент пахал без вопросов вообще. Там, да, тогда там упала карбина, она только-только превратилась в Билайн. Карбина упала. Все остальное, что было в доме, упало. Ну, только МГТС не упал, потому что домашний телефон работал, поэтому у кого был домашний этот интернет от МГТС, тогда джупона еще не было, ADSL был, у того интернет был. Наверное, я не знаю, может, где-то обрывы были. Дальше. Нету Акада, ну, та еще Шарага, ну, просто классических операторов, провайдеров Москвы. Нету у меня дома сейчас, где проживаю. И хотелось бы попробовать джупон. Вряд ли бы я брал себе тариф гигабитный, там платить полтораху. Нет, сейчас за Экотелеком плачу 399 рублей. Это тариф удержания. Был 359 недавно, там подняли на 40 рублей. Хрен с ними. Вот такие дела. В общем, главный-то посыл этого видео был о мобильной связи МГТС. А рассказал еще дополнительно о другом, так сказать. Посмотрю, может быть, меня очень интересует, хочу запустить на этом деле VoA Wi-Fi и VoA LTE. Хочу посмотреть, как это все будет дело работать. У меня есть сейчас мобильная связь МТС активирована, то есть я пользуюсь, это мой второй номер, потому что мне нравится интернет от МТС. А для звонков у меня Теле 2, за который мне тариф Теле 2 еще сам и платит на счет. Вот.
можно сравнить непосредственно МТС и МГТС. Посмотреть, как виртуал работает на материнской сети, будет ли резать или не будет. Ребят, но не могу обещать, что это случится по одной простой причине. Работа. И сейчас материала таки достаточно много. Я достаточно много примеров выложил. На данный момент, когда вы вот смотрите это видео, эти примеры уже, скорее всего, прошли. Потому что я так стараюсь, чтобы день, через два было видео для вас интересный материал какой-то. Подбираю. Посмотрим. Если получится затестировать, так сказать, дуэль, батл МТС-МГТС, запишу с удовольствием. С удовольствием это сделаю, видео выложу. Вот. Но нет, так уж не серчайте. В любом случае, эта сим-карта будет переведена на 3 без абонентской платы. Ну и МГТС будет получать какую-то часть ежемесячно, потому что сим-карта будет использоваться. Вот как-то так. Ребятушки, спасибо вам за внимание. Вы самая крутая публика. Хоть вас очень мало, но самая крутая публика. И Лойс не мне, а Лойс вам. Все, до связи. Ребятки, Хитрёвская. Возле 111 дома. Поставили мачту для операторов связи. Интересно, кто ее, эту мачту здесь ставит. Изначально такие мачты ставил Теле 2. Ну вот я не уверен, что это Теле 2 будет. Это совсем свежее. Только буквально как пару дней назад установили. Ну посмотрим, что тут будет. Может, тут и другие операторы смогут навесить свои вышки. Свои антенны, в смысле. Ну, кому-то повезет. Сеть будет расширена, так сказать. Ну, посмотрим. Очень будет интересно после запуска тест организовать. Ну, как-то так. Это в сторону коммунарки метро. Кстати, ребят, где-то месяца два назад активизировалась стройка до строительства этого долгостроя коммунарского больница. Потому что люди, которые живут в Хитрёвской, вот Сосинский стан, не привязаны, те, которые к Хитрёвской поликлинике, в случае чего их отправляют в Троицк процедуры делать всякие, вот, или в Московский. А здесь у нас нифига не было нормальной клиники, несмотря на то, что здесь есть коммунарская инфекционная, которая на себя удар приняла с начала пандемии по короне. Но туда люди не идут. Сейчас же, наконец, этот долгострой начал двигаться. Я вижу, там уже газоны кое-где постелили. Короче, клиника будет здесь зашибись. Новую ограду, заборы поставили, вот эти черные, что вы видите справа. Вот. Интересно посмотреть, когда все здесь будет закончено, территория будет облагорожена четко.